Михаил Булгаков. Русский писатель, драматург, режиссер. Один из лучших авторов первой половины 20 века. Иногда лучший способ погубить человека – это предоставить ему самому выбрать судьбу. Факт – самая упрямая в мире вещь. Нет плохих и нет хороших. Есть счастливые и есть несчастные. Из каких элементов слагается счастье? Только из двух, господа, только из двух: спокойная душа и здоровое тело. Основная ваша ошибка заключается в том, что вы недооцениваете значение человеческих глаз. Поймите, что язык может скрыть истину, а глаза – никогда. И придумал же Господь игрушку – женские глаза. Что-то случится непременно, потому что не бывает так, чтобы что-нибудь тянулось вечно. Я люблю сидеть низко, с низкого не так опасно падать. Что-то странное кроется в мужчинах, избегающих вина, женщин и азартных игр. Даже будучи совершенно свободной и невидимой, все же и в наслаждении нужно быть хоть немного благоразумной. Что бы ни говорили пессимисты, Земля все же совершенно прекрасна, а под Луною и просто неповторима. Не пытайтесь казаться людям лучше, чем вы есть на самом деле, на цыпочках долго не устоишь. Но и не пытайтесь казаться хуже, чем вы есть, на корточках тоже долго не просидишь, всегда оставайтесь собой. Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит. Зачем тебе весь мир, если его никому не хочется подарить? Единственное, что врождено людям, это любовь к самому себе. И цель жизни каждого человека – счастье. Из каких же элементов слагается счастье? Только из двух, господа, только из двух: спокойная душа и здоровое тело. Честность всегда приводит к неприятностям. Человеческая личность не столько интеллект, но прежде всего воля, характер, и пренебрежение этим жестоко мстит за себя. Успевает всюду тот, кто никуда не торопится. Мне 60 лет, я вам могу давать советы. На преступление не идите никогда, против кого бы оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками. Трусость – один из самых страшных человеческих пороков. Осмелюсь вам возразить. Трусость – самый страшный человеческий порок. Никогда и ничего не просите.
никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут. Прошлое не важно. Найди себя в настоящем, и будешь править в будущем. Удачные моменты надо уметь ловить и пользоваться ими. Злых людей не существует, есть только люди несчастливые. Самый страшный гнев – гнев бессилия. Настоящее перед нашими глазами. Оно таково, что глаза эти хочется закрыть. Человек есть сложное и поэтому трудное для себя самого существо. Вся жизненная действительность идеальна и реальна во всех своих изгибах. Она логична. Нет документа, нет и человека. Человечество любит деньги, из чего бы те не были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. Вы судите по костюму. Никогда не делайте этого. Вы можете ошибиться, и притом весьма крупно. Удивительно устроена человеческая память. Ведь вот кажется, и недавно все это было, а между тем восстановить события стройно и последовательно нет никакой возможности. Выпали звенья из цепи. Кое-что вспоминаешь, прямо так и загорится перед глазами, а прочее раскрошилось, рассыпалось, и только одна труха и какой-то дождик в памяти. Глаза – значительная вещь, вроде барометра. Все видно, у кого великая сушь в душе. Кто ни за что, ни про что может ткнуть носком сапога в ребра, а кто сам всякого боится. Человек, борющийся за свое существование, способен на блестящие поступки. На свете существуют только две силы – доллары и литература. Кто сказал, что нет на свете верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык. Мы говорим с тобой на разных языках, как всегда. Но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются. Хитер и храбр – это достоинства и недостатки в зависимости от ситуации. Вопросы крови – самые сложные вопросы в мире. Достаточно погнать человека под выстрелами, и он превращается в мудрого волка. На человека и на животное можно действовать только внушением. Может быть, деньги мешают быть симпатичным.
Вот здесь, например, ни у кого нет денег, и все симпатичные. Не надо переделывать собаку в человека, а человека в собаку. Ничего хорошего из этого не получится. Жизнь есть не разгадываемая умом, а лишь переживаемая тайна мирового бытия, тот первозданный свет, в котором рождается и сознание, и развлечение. Несчастный человек жесток и черств, а все лишь из-за того, что добрые люди изуродовали его. Не забудьте поставить лайк и подпишитесь на наш канал.